В Северском доме культуры прошел 8-й районный фестиваль с песней по жизни. Мероприятие посвятили 87-й годовщине со дня образования Краснодарского края и столетию Северского района. Гостей и участников поприветствовала заместитель главы района Марина Наумейко. Хочу сегодня обратиться к творческим коллективам. Низкий вам поклон за вашу жизненную позицию дарить радость и счастье другим людям. Искренний поклон нашему взрослому поколению. От души хочу пожелать каждому из сидящих в этом зале и живущих на Кубани большого счастья и здоровья. 24-й год объявлен годом семьи президентом Российской Федерации. Вот пусть в каждом доме, в каждой семье будет царить мир, благодать и звучать обязательно детский смех. С днем рождения, Кубань, Краснодарский край, с днем рождения, Северский район. Участниками фестиваля стали хоровые коллективы, вокальные ансамбли, дуэты и солисты Северского района. Фестиваль призван не только повысить творческий уровень любительских хоров и ансамблей, пропагандирующих народно-певческие традиции, но и развивать и сохранять музыкально-историческое наследие.